Две реликвии за каждую элиту, пожалуйста. Дайте сюда, дайте. Где наши элиты? Мы очень-очень ищем элит. Нам их нужно. Раз элит, два элит, три элит. А то есть, спокойно. Притом мы можем пойти... Нет, мы можем пойти сюда или сюда. Но туда мы можем добираться так или иначе только здесь, потому что куча вопросительных знаков. Дрясти, товарищ. Он хочет на нас нападать, поэтому слабое место, поэтому воспламенение, гнев, а также таран. Таран. Давайте снова возьмем слабое место и избиение. Ах, чуть-чуть не хватило. Ну, я, конечно же, да. Закончим это издевательство прямо сейчас. Возьмем еще один улучшенный таран. Он мне нравится. Птички, летучки. Текст. Воспламенение попрошу. Теперь удары фесом. Давайте возьмем еще одну дополнительную карту. Ах, двойной удар сделаем здесь. Подождите. Гнев. То есть двойной здесь, чтобы он упал. Хорошо. Теперь толчок корпуса. У меня защиты нету. Ловкость накладывает твоя. Ага. Ну, давайте сделаем так. И сыграем. Пускай. И завершим. Окей. Так, этот пускай летит. Теперь мы можем разрыв, таран, рассечение. Рассечение, конечно же, рассечение. Теперь избиение вот этому товарищу. Его сбило, хорошо. Так, 18 сюда. И мы вернем двойной удар. Завершим. Окей, получим урон, так уж и быть. Кар! Сказал птиц. Жнец. Очень важно лечить себя. И двойной удар. Окей. Так, разрыв, гнев, апперкот. Слишком много гнева тоже не надо. Апперкот наносит 13 урона, накладывает слабости и уязвимости. Опускай. Давайте. Что у нас? Мумифицированная рука. Случайная карта в руке стоит 0, когда разыгрывается талант. Это интересно. В заброшенном храме вы находите огромную распахнутую книгу. Мы уже это видели. Это книга. Самое главное, не забыть ее забрать с собой. Да, мы потеряем здоровье. Получим книгу. Ой, это Энкоридиан. Добавляет в руку случайный талант в начале боя. Он стоит 0 до конца хода. Класс. Ну что, куда пойдем? Мы можем пойти сюда. Враг отдых. Или сюда отдых элита. А, давайте сюда отдых элита. Продавец, отлично, давайте сбросим с себя сожаление, подтвердить. Харизма. Какая у него большая красная харизма. Носит 10 урона всем врагам, когда вы разыгрываете 5 карт в одном ходу. Вряд ли. Дает 4 защиты. Давайте. Притом, видите, у нас... А нет, это... Там что-то у нас было от навыков. Давайте возьмем. А у нас здесь. Наносит 5 урона всем врагам, когда в одном ходу разыгрывается 3 навыка. Это вряд ли. Улучшает добавляемые в колоду навыки. Угу. Получив это, вы берете навык. Эта карта будет в первой. Давайте возьмем. Пускай. Навык это хорошая. Хотя, другие карты. Ярость дает 3 защиты, когда вы разыгрываете атаки в этом ходу. По идее, полезная вещь. Особенно потому, что у меня нету защиты. Давайте возьмем. Носит 3 урона случайному врагу, когда вы получаете защиту. Вряд ли. Удары фесом, жертвенный огонь, ерунда. Дает 8 защиты, вы берете одну карту. Пускай будет. И у меня все еще есть на банку деньги. Так что... А что я хотел сделать? Получилось. Ага, выберите навык, который я хочу в самом начале. Ну и что ж, в самом начале. В самом начале это... Арсенал, ярость... Давайте слабое место возьмем. Потому что если враг на меня нападает в самом начале, это приятно получить сразу же силы больше. Так, давайте полечимся. Я снова забрал... Каким... Вот скажите мне, как я могу забыть? Скорее всего, это... Конечно же, это не я виноват. Это не я виноват.
Это игра виновата. Они просто как-то сделали так приключение, что открываешь, ты получаешь книгу, обычно... Нет, ты получаешь лут обычно из такой штуки, а тут она появляется в тексте, и нужно ее... Коридин не взял. Изверги. Где? Где мое слабое место? Окей. Так, следующее. Что я могу сделать? Давайте сделаем удар эфесом. На всякий случай. Угу. Вот. Защита, это хорошо. Давайте возьмем тогда воспламенение и таран. И вернем... Чутки, да, инстинкты. Поглощать нам нечего. Ну, с другой стороны, вот, вот, 20 на урона. Отлично. И мы стали еще немножко жирнее и сильнее. Отлично. Так, здравствуйте, господин Варкрафтер. Да, я снова не взял книгу. Это все игра виновата. Абсолютно игра виновата игра. Чуткие инстинкты. Притом это был Энкоридиан. Дает 5 защиты за это. Давайте возьмем это. Давайте возьмем рассечение. Утвердить. Всем, пожалуйста. Всем по мордасям. Ах! Не хватило чуть-чуть. А я яду налью боссу. Пускай, не страшно. А вот где моя жатва? Вот было бы классно жатву сейчас получить. Так, ну, апперкот слабости и уязвимости. Так, рассечение это 12, толчок кровопускания. Энергию отнимает 3 здоровья. Ну, первое. Уйди, пожалуйста. Не мешай мне думать. Так, теперь, сколько я? 6 урона. 22. Должно хватить. Притом я слабость на него накладываю, да. Гиря позволяет получать силу в лагере. Максимум 3 раза. Отлично. Вот что мы будем делать в лагере. Мне, конечно же, тоже лечиться хочется. Но... В начале хода попадает только... Только 15 защита. Всего лишь 15 защита пропадает в конце года. А сбить с ног. Но если накладывать 2 слабости, боевых лич, вы берете одну карту. Не, пропущу. Давайте возьмем качаться. Будем качаться. Текс. Пожалуйста. Набор инструментов добавляет в руку случайную бесцветную карту в начале. О, да. Хорошо. Элита. Дяденька ножик. Он на меня нападает, поэтому слабое место. Раз. Чуткие инстинкты, воспламенение. Гнев. Избиение. Так. Есть. Все. Все. Нет, не все. Что нам, 2 ловкости? Да, давайте выпьем одну из ловкостей. Хорошо. Получим немножко защиты. Так, еще... О, господи, боже мой. Так, тихо, ярость. Дает 3 защиты, когда вы разыграете атаки в этом ходу. Да, пожалуйста. Теперь рассечение. Ё-моё, рассечение после... Да, я молодец. Я у мамы самостоятельный. Пускай. Окей. Аж 3 раны получил. Жнец. Я не знаю, почему я так тороплюсь разыграть эту карту, но это очень важно. Арсенал. С другой стороны, у меня улучшенных карт нету, поэтому резня и таран. Торий снижает получаемый от атак урон. Ага, все. Помню. Прах Харона наносит 3 урона всем врагам, когда сжигается карта. А, тоже полезно. Так, огненный пакт. Сжигает 1 карту, выберете 3 карты. Это для темпа. Скрестить... Можете разыграть, если в руке карты атаки. Только карты атаки. А у меня очень-очень мало карт других. Ну что ж, на вопросительный знак и на элиту. Ой, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, слабое место. Раз. Воспламенение. 2. Ловкость дает 2 защиты. Вы берете 1 карту. Да, пожалуйста. Итак. Таран. 19 урона вы кладете карту. Отлично, давайте ловкость рук снова получим. Удар эфесом 19, 14 урона за 0. Да, я хочу его добить и не получить урона. Ну, что мы думаем? Мы просто бьем его до упора. И мы его поглощаем, к тому же. И так будет с каждым. Рыцарь, тебе не страшно? Ой, ему уже страшно. Такс, ярость, пожалуйста, да. Следующий талант это...
Ну, пускай. Получим. Да, дальше арсенал. Толчок корпусом улучшим себе. Апперкот. И больше делать нечего, поэтому идем дальше. Не получаем урона. Ну, так. Понял. Ой, извините. Щелкнул мимо экрана, чтобы проверить, идет ли чат все еще в том же направлении. Вот, он все еще идет в том же направлении. Так, чуткие инстинкты, пожалуйста. Скрестить мечи, 28 урона. Отлично. И жнец, чтобы полечиться. Так, увесистый клинок, наносит 14 урона. Сила влияет. Да. То есть, я очень хочу эту карту. Так, они снова на меня нападают. Так, мгновенно наносит 9 урона. Ну, первое, слабое место. Воспламенение. Следующее, это разрыв. Потому что 0. Наносим 15 урона. А я ерундой, ё-моё, я ерундой не улучшил карту. Таран, апперкот. Давайте таран сыграем. Хорошо, мы вернем себе мгновенный удар. Снова апперкот. И завершаем. Окей, мгновенный удар. Вот этого товарища. Мы, может быть, его сможем 28 урона. Мы его... Тихо, а сколько у нас поглотить наносит урона? 22 урона. Я уже начинаю жадничать. Опускай. Поглощаем его. Удар эфесом. 18 урона. И идем дальше. Тякс, я могу только воспламенение и кровопускание сыграть. Ну, бывает и такое. Хорошо. Две ловкости ничего не дадут. Ну, просто сыграем. Пойдем дальше. Скушаем 16 урона, да, бывает. Но теперь мы просто его убьем. Куда я? Что теперь? Куда теперь? Да, 30 золота. Повышает шанс найти сокровище в вопросительном. А, хорошо. Древний чайный сервис. Знаем такую карту. Зелье пропустим. Добавим карту. Какую карту? Скрестить мечи? Нет, пропустим. Пойдем дальше. Так, куда мы идем? А то есть мы пойдем сюда, вопросительный знак, и полечимся тогда перед боссом. Если до босса не умрем, позорно. Панацея дает один артефакт, сжигается. Окей. Теперь арсенал, 5 защиты этого. О-о-о, тихо. Где наша ловкость? Чтобы здесь 30 урона не скушать. Давайте тогда слабое место улучшим. Подтвердим. Слабое место. Увесистый клинок. Ой, мы чуть его не убили. Может быть, нужно было что-то другое сделать? Нет, скорее всего, нет. Ну, кушаем почти что 30 урона, к сожалению. Так, а что это такое? Это мы выиграли. Добавляем карту. Обезоружить. Враг теряет 3 силы, сжигается. Да. Вопросительный знак. Так, вам... мощь, да. С другой стороны, у нас так много сил, у нас так много карт, которые дают силу. А отнимает здоровье, это не очень. Но, по-моему, там есть квест, который можно... Ой, в котором можно потом эту мощь поменять. Так, прохорон наносит 3 урона всем врагам, когда сжигается карта. Давайте возьмем. Денег не жалко. Я понимаю, что можно было бы покачаться, но я полечусь. Потому что идем на босса. Как бы... Ой-ой-ой. Дяденька, кто вы такой? И что вы собираетесь... Он не собирается меня убить как раз. Это неприятно. Давайте пускай потеряет 3 силы. Теперь ерундой мы... Окей. Так, двойной удар. Мгновенный удар. Удар эфесом. Увесистый клинок. Здрасте. И знаете что? Мы бросим в него ядом. Мы будем пополнять себе здоровье. Хорошо. И да. Я выпью. Мне просто хочется пройти этого босса. Так. Тут, конечно же, теперь вопрос. Успею ли я убить его? Потому что защита у меня 0. Тихо. Я переживаю этот ход. Я этот ход. Арсенал. Защиту, конечно же, пожалуйста. Воспламенение дает больше силы, дает больше энергии. Давайте возьмем больше энергии. Хорошо.
Сделаем так. И сколько там? 17. Давайте наложим на него слабость и это. А, ой, воспламенение забыл сыграть. Немножко, совсем чуть-чуть. Угу. Окей, я все еще жив. Поглотить 18 урона, пока что не хватает урона. Мощь, да, играем. Теперь жнец тоже абсолютно играем, чтобы полечиться. И поглощение, например, в куто. Давайте на него. Избиение. Ну, по идее, я убив его, я защищаюсь на 10 урона. Давайте сделаем так. Получим новое что? Увесистый клинок. Хорошо, завершим. Итак, ярость. Пускай будет. Шутки инстинкта пускай будут. Гнев. Увесистый клинок. И рассечение. И просто нам больше делать нечего. Но он сейчас просто... Он ведь... Ой, ё-моё, что это такое? А, это все дебафы, которые могут быть в этом мире. Чудесно. Окей. Окей, хаос. Все хорошо. Ах. Уф, так, 100 золота. Давайте карту в колоду. Баррикаду, превзойти себя удваивает вашу текущую силу, сжигается. Удваивает вашу текущую силу? Удваивает вашу текущую силу. Костолом наносит 32 урона. Это все слишком классные карты. Баррикада, это приятно, но у меня очень мало вещей, которые набирают. Будем очень быстро убивать врагов. Так, что это? Глаз змейко. Вы берете две карты больше каждый ход и начинаете каждый бой в замешать. О, нет, 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 пожалуйста. Дает энергию в начале, добавляет в стопку добора две раны. Дает энергию в начале каждого хода, вы не можете получать зелье. Давайте энергию за... Так, две раны в руках.